каким он должен быть. Не только суверен России, всюду он должен быть. Но в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и мысли. Вот уже сформулировано, когда ты это делаешь. Еще тот же писатель, Антон Павлович Чехов, говорил о том, что такое интеллигентный человек. Вот мужчина, там у него в эти понятия входили такие вещи, как что человек интеллигентный должен отдавать долги, не должен хвастаться дружбой со знаменитыми людьми, не должен рассказывать, что он сидел в кабаке с Плевака. Вот так у Чехова это письмо брату он писал, что такое интеллигентный человек. Вот я считаю, что мужчина должен быть еще и интеллигентным ко всему прочему. В первую очередь интеллигентный человек думает о том, не обидит ли то, что он делает, окружающих людей, не будет ли оно их смущать или как-то ущемлять. Так что вот мужчина, собственно говоря, это касается не только мужчины, а всех людей, и мужчин, и женщин.